Ну что, ребята, вы готовы познакомиться с ним? Встречайте, мистер Кардан! В лучших традициях кардановарения, усиленный синей изолентой. Так, друзья, у нас новый корешок здесь. Мышок, привет. Ты чё залез нам в помойку, а? С нашей помойки только мы можем жрать. Сидеть на месте, говорю. Будешь с нами теперь жить. Ребятки, за мыша не переживайте, мы проверили его на коронавирус, он чист, отпустили его, все с ним четенько. Нормально все. Так, ребята, я, значит, забрала, закрою, корона кругом, я в маске, вот. Сегодня, признаюсь, ходил в магазин, купил туалетной бумаги, потому что предсезонные посиделки намечаются в зале заседаний, там подумать по рычагам, по воротам, ну, без бумаги никуда, признаюсь честно. Купил, даже как-то было стремновато покупать, смотрели на меня, как будто бы я, короче, есть вопросы ко мне. Вот, сейчас поеду, куплю чесночных гренок, потому что от короны помогают чесночные гренки с пивом. И я выяснил для себя, что все очень любят гречку. Зачем ее все скупают? Разве все любят гречку? Постоянно ее едят. Пельмени скупаете, макароны. Почему гречку-то, алло? Чисто, алло, еду, никого не трогаю. Шау-фау. Вот он, скол на стекле появился. Камень прилетел.